Что теперь? Пара стилетов вроде еще дышит. Выведу тачку, не будем рисковать. Ну, ладно. Встретимся у города, на север. Не слишком привыкай к моей тачке. Ясно? До скорого. Пересядь, я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без Митча, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Рокки Ридже. Этот мудак не приехал. Панам. Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала. Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Ладно. Где там у них логово? Буквально за поворотом. Спасибо. Понимаешь, Нэш? Я ему верила. Он первый, с кем я начала работать после Альдекальда, после переезда в Найт-Сити. Я доверяла этому уроду. Не стоит рисковать жизнью ради мести. Интересная мысль. Но все мое существо требует другого. Выясним, кто был прав. Ну что, вперед? Пизда ему.